вставочки для устной речи, да, удобные детальки для устной речи. Сегодня у нас начинаются прямо с картины, потому что удобное словечко, чтобы описывать что-то. Картину, например. Ува. Поскольку у безличное подлежащее, то ува видны, видно, виден, смотря какое дополнение дальше. Видна семья. Ува une famille. Видны коровы. On voit des vaches. Множественное число, артикль тогда со звуком «э». Куры видны. On voit des poules. Дети видны. On voit des enfants. Это можно как вместо «nous voyons». «On» часто в разговорной речи используется вместо «nous». Nous voyons une mère et sa fille. А можно on voit une mère et sa fille. Мать и ее дочку. On voit une mère et son fils. Il y a des légumes sur la table. Il y a тоже для описания. И у нас получается два способа, чтобы не повторяться. On voit une fille et un garçon. Il y a des champignons dans leur panier. В их корзинках. On voit deux sœurs et un frère. Il y a des fruits sur la table.